Всем привет! Ну что, друзья, начинается шторм, судя по всему, ближе к вечеру. Хотя до вечера еще далеко, народ прорвал оборону. Смотрите, какие волны, кто-то вообще кайфует тут. Оба-на, кайфанули. Кайфанули. И телефоны тут уже все плавают. Пони, люди. Вот так вот. Волны увеличиваются. Достаточно серьезные такие стали. Вот видите, открыли доступ народу к морю. А волны реально красивые, большие. Вон, девушки, конечно, любят фотографироваться, отважные. Ну, судя по всему, терять-то уже особо нечего. Такая вот красота. Народ вышел весь на набережную. Все хотят посмотреть на это чудо природы. Надо аккуратно, когда отбегаешь, что-то еще сзади эти штыри от зонтиков, поэтому весьма-весьма опасно, ребятки. На набережной полно людей, на причале полно. Везде полно. Ну и волны красивые. Ветер сильный, летать даже немножечко боюсь. Блин, ветрозащиту опять забыл. Это же надо было, вот лошара. Кто теряешь, что забываешь. Вот такая вот обстановочка. Народ, видите, прорвал оборону. Парни, дайте нам наверх пробраться, поснимаю. Спасибо. Начинается. Посмотрим, что будет позже. Пока вот такой достаточно сильный. Я попытаюсь поднять шмеля, конечно, в небо, но не знаю, не уверен, как получится. Главное его не потерять. Как и четкий телефон. Всем привет из Лазаревского.